Матерь Божья! Федор Никитич. Николай Андреевич, что случилось? Сторож позвал пожарных, но было уже слишком поздно. Стой, нет. Олюшка! Федор Никитич! Олюшка, Оля! Вам лучше не смотреть на нее. Она наливала масло в лампу и, похоже, опрокинула на себя. Федор Никитич, крепитесь. Кольца были у нее на руках. Это я дарил ей. Это ведь я виноват, господа. Должен был вчера вечером вернуться, да припозднился, заночевал на постоялом дворе. И горничную Оленька отпустила, как назло, чтобы та родных в Москве навестила. Не корите себя. На все воля Божья. Господин Захаров, вы готовы посмотреть? Это она? Ольга Александровна Захарова. Алексей Егорович. Ну, хорошо. Вчера у нашей постоялицы пропало дорогое колье. Так. Скандал, истерика, угроза судом. На шум вышел он. Тут же заявил, что колье соскочило у дамы с шеи и сейчас лежит в ее номере за диваном на полу. И что же вы думаете? Колье нашлось? В точности там, где он указал. Он? Вроде похож. Хотя записался на фамилию Сидоров. С ним еще слуга и пожилая дама в кресле качалки. Голубчик мой. В каком он номере? Сеньор Доницетти, умоляю... Газетчик. Ваша фамилия начинается на букву «Р». Да, вы влюблены?
Но пока безответно. Что вы хотели? Пару слов. Пару слов для моих читателей. Ваша тетка. Она больна. Напишите ей. Олимпиаде Самсоновне? В Калугу? А у вас есть другая тетка, от которой вы ждете наследство. Напишите. Клюев прекрасный человек. Он добр, умен, образован. И он меня любит. А ты? Ты его любишь, а я нет. Но я могу его полюбить. Они живут в большом ладу друг с другом и доживут, пожалуй, до счастья, до любви. Тургенев, ну это написал мужчина. А для женщины брак с нелюбимым – это мучение. Анна, не совершай ошибки, которые потом будет сложно исправить. Ты когда-нибудь любила? Кому там быть ночью же? Стойте, вы куда? Туда же нельзя! Сударыня, дышите. Не видите? Слава Богу. Диана? Она, не волнуйтесь, с ней все в порядке. Дело всей моей жизни сгорело. Теперь придется начинать все заново. Да нет, ну что вы, магазин цел. Сгорела только витрина. Самое главное, что вы живы. Я прошу вас, не беспокойтесь понапрасну. Похоже, что это был поджог. Мы найдем преступников, я вам обещаю. Позвольте представиться, Антон Андреевич Коробейников, начальник сыскного отделения. Вот и Анна Викторовна. Боже, слава Богу, ты жива. Слава Богу, вы живы. Что здесь случилось? Нас заперли, а потом подожгли. Анна, слава Богу, вы в порядке. С вами все хорошо, Андрей Петрович. Я уже далеко в ресторане услышал о пожаре. Спасибо. Возможно, это не случайный пожар, господин Клюев, и Анне Викторовне, и владельце магазина, придется дать показания. Надеюсь, это до завтра подождет. А сейчас я хотел бы Анну Викторовну отвезти домой. Разумеется. Позвольте мне отвезти вас домой. Полицейский экипаж к вашим услугам. Да, я благодарю вас. Это очень мило с вашей стороны. Вы сможете идти? Да. Вы все дрожите. Чернышев. Возьмешь мою пролетку и глаз с них не спускать.
Зачем же ты магазин поджег? М? Не просто магазин. Книжный. Кто тебя надоумил? Отвечай. Я не виноват, ваше благородие. Я не поджигал его. Антон Андреевич? Доброе утро, Яков Платоныч. Вот, полюбуйтесь. Поджигатель. Трое человек на него указали. И руки вон до сих пор керосином пахнут. Ну, вы сами сейчас почувствуете. Просто в голове не укладывается. Ну и кто тебя надоумил магазин поджечь? Да не поджигал я! Ну тогда говори, где ты был вчера в 10 часов вечера. Не помню! Ничего не помню! Ну ты заладил он. Не помню, да не поджигал. И где его нашли? Да он не прятался, Яков Платоныч. Сидел на лавочке посреди города, как будто спал у него вот с открытыми глазами. Ну, так сказали. Неужели? Гипноз. Да что вы говорите? Такая знаменитость и в нашем Затонске? А ваш покорный слуга уже все выяснил. Его матушка прихворнула по дороге в Москву, и он был вынужден остановиться у нас в Затонске. Кстати, маэстро Деницетти согласился сегодня вечером дать одно представление. Невероятно! И я, Марья Тимофеевна, обязуюсь достать вам билет взамен на статью. Ой, нет, только не сегодня. Мы с мужем наконец-то в кои-то веки решили поужинать вместе. Марья Тимофеевна, ну как вы можете жертвовать своим призванием ради какого-то скучного семейного ужина? Голубчик, принеси-ка нам эклеры, мороженое и тархун. Тархун? Ой, тархун – божественный напиток, который совсем недавно дошел до нас из Грузии. Я вам очень-очень советую попробовать. А вы знаете, у нас с Виктором Ивановичем сейчас происходит нечто вроде ренессанса. Ну, вы понимаете? Да, Марья Тимофеевна. Я, конечно, не хотел вам говорить, но у вашего супруга ренессанс, как вы изволите выразиться, совсем с другой особой, которая живет в доходном доме на Боголюбской. Вы гадкий, дурной человек. Я не верю ни единому вашему слову. Я? Но мы... Я не понимаю, зачем вам понадобилось придумывать такую нелепицу. Прощайте. Марья Тимофеевна! Доброе утро, господин Штольман. Я вижу, вы быстро навели порядок. Да, но, боюсь, от запаха гари быстро не избавиться. Признаюсь, я был неправ, он здесь. Он раскрыл вас и вчера пытался убить. Мы нашли мальчишку-поджигателя, но, разумеется, тот ничего не помнит. Сегодня утром я нашла у себя дома вот это. Великая радость. Стало быть, он больше не прячется. Он начал игру. Я думаю, вам срочно нужно выезжать из города. Я не подумаю. Я лучше пожертвую своей жизнью, лишь бы вы скорее нашли это чудовище. Вы прекрасно знаете, что он со мной сделал. Здесь совершенно нечем дышать. Пойдемте на воздух. А вам не кажется странным, что он пытался убить не только вас, но и Анну? Ну, должно быть, он не знал, что в этот час она будет у меня. Но ведь кто-то вызвал пожарных сразу через несколько минут, как загорелся магазин. Значит, он хотел нас напугать. Ну, поверьте, он на этом не остановится.
А еще господин Клюев оказался совсем рядом в момент пожара. Совпадение? Я не пойму, вы подозреваете его или ревнуете? Кстати, он сделал Ане предложение. Откуда вы знаете? Она сама мне об этом сказала. Ваше благородие, вас на улице гражданин дожидается. Кто таков? Не знаю, приезжий из Москвы. Фамилия Лупарев. Был Лупарев? Господин Лупарев? Господин Коробейников. Да, что у вас тряслось? У меня, ваше благородие, дочка пропала. Единственная. Катенька, Катерина Лопарева, 20 лет. Я умоляю вас, найдите ее, а? Пойдемте. Если я правильно понял, вы прибыли из Москвы. Разве это не дело московской полиции? Да понимаете, Катенька моя на выслужение поступила к одной богатой барыне. А пару дней назад я услыхал о происшествии. О каком именно? О гибели супруги купца Захарова. Да-да. Припоминаю. Была горничная, но она поехала в Москву навестить родных. Может быть, она к вам и поехала? Катенька, она ведь в Москву так не вернулась. Может, где-то задержалась в дороге или разминулись. Рано бить тревогу. Я вас умоляю, ваше благородие. Вы ее отыщите, ради бога. Вот карточка. Катенька моя... Я умоляю. Марион Доницетти, это здесь, в Затонске? Невероятно. Это же всемирно известный медиум и ясновидящий. Вы знаете, одно время в Париже про него только и было разговоров. Я читал совершенно другое, что он обыкновенный талантливый иллюзионист, который использует приемы обыкновенного циркового фокусника. Нет, это все выдумки злопыхателей. Он не просто медиум и ясновидящий, он еще и владеет гипнозом. А вы пойдете на его выступление? Наверняка билетов уже нет. А напишу-ка я Андрею Петровичу, вдруг он что-нибудь придумает. Послушайте, не ходите туда, это опасно. С чего вы это взяли? Вас вчера пытались убить, вам этого мало? Убить пытались не меня, а Полину. А судя по тому, что вы пришли меня допросить, преступник до сих пор не найден. Мы поймали мальчишку, который поджег магазин. Но он ничего не помнит, как будто загипнотизирован. И, возможно, в этом причастность господина Доницетти. Что? Вы с ума сошли? Какое господину Доницетти дело до Полины? Скажите, вы говорили кому-нибудь, что собираетесь к ней зайти вечером? Сказал Андрею Петровичу. И что? Прикажете мне теперь и от него держаться подальше? Если бы я мог вам приказать, то да. Анна Викторовна, вы скоро? Уже иду. Вы действительно решили выйти за него? А я должна, по-вашему, дать обет безбрачия? У вас есть еще ко мне вопросы? Нет. Сожалею, вынуждена вас покинуть. Пелагея Ивановна, отсюда будет замечательно видно.
Благодарю вас, но вы слишком печетесь обо мне. Ну что вы. Господин Штольман переживает о вашей безопасности и просил глаз с вас не спускать. А, как это мило с его стороны. Андрей Петрович, ну как же вам удалось достать билеты? Перекупила втридорого у одного купчишки. Анна Викторовна, как хорошо, что вы еще не уехали. Что случилось? Там Кулагина рожать вздумала на ночь глядя. Доктор говорит, сама не разродится, просит вас ассистировать на операции. Больше некому. Ну вот, ничего не получится. Вы же на меня не сердитесь, Андрей Петрович? Ну как я могу сердиться? Разве вы меня совсем не знаете? Знаю. Вы очень добрый и благородный человек. Ну, тогда до завтра. Завтра я уезжаю в Петербург. Тогда до встречи. Сеньорес, мне радостно, что вы все здесь сегодня собрались в этом зале. Я Анджело Кустодио, дух, который меня охраняет. Хочу сделать вам небольшой сюрпризик. Эти розы принесут вам любовь и счастье. Возьмите, это вам на счастье. Ой, благодарю. Браво! Браво! Войдите. Унтер-офицер Климов? Так точно, ваше высокоблагородие. Только что прибыл из Петербурга. Какие будут приказания? Нужно будет проследить за одним человеком. Завтра он уезжает рано утром из Затонска. Не упускайте его ни на секунду, мне нужно знать о нем все. Будет исполнено, ваше высокоблагородие. Однако почему вы не телеграфировали в управлении? Ну, потому что я не готов доверять это дело ни бумаге, ни телеграфу. Простите, что пришлось ехать в такую даль. Вот ваш объект. Прочитайте внимательно и изучите. Служу царю и отечеству. Все верят в это. Но я знаю точно. Анима иммортале. Душа бессмертна. Если в зале кто-нибудь, кто недавно потерял своего близкого человека и хотел бы увидеться с ним. Сеньор, прошу.
думаете об этом человеке, я увижу ваши мысли. Ольга Александровна, как она живая? Хочет что-то сказать. Убили. Меня убили. Кто тебя убил, Олюшка? Кто? Ты убил. Что? Да сколько вам раз повторять, Яков Платоныч? В зеркале была она, ее дух, я клянусь вам. Если бы вы были на этом представлении, вы бы говорили по-другому. Не смог, дела задержали. Ай, дела. Да и не знал я покойную при жизни. А я Платоныч, знал. Антон Андреевич. Добрый день, господа. Чуть не уехал на ваши поиски. Ну что, перед нами снова разверзлись бездна непознанного. Вчера после сеанса сеньора Доницетти... Я был там. Весь город как в лихорадке. Я Якову Платоновичу говорю, что расследовать необходимо заново. Я не вижу в этом необходимости. Доницетти был в городе 2 дня, тщательно готовился к представлению, собирал слухи, сплетни. Так и узнал о недавней гибели госпожи Захаровой. А что же до явления духа покойной? Это хитрый цирковой трюк. Да какой трюк? Все ее видели и все узнали. Расследование стоит возобновить, чтобы доказать невинность Захарова. То уже весь город считает его убийцей. Да. Давайте все же не торопиться. Позвольте мне самому поговорить с Доницетти. Яков Платоныч, действуйте по своему усмотрению. А как же... Что? А, да, что там с поисками этой горничной Лопаревой? Думаю, укатила с каким-нибудь кавалером. Николай Васильевич, ни ее первую, ни ее последнюю сманил проезжий повеса. Полагаю, они уже далеко. Если бы она была в городе, внешность у нее приметная, мы бы ее уже нашли. Кто ищет, тот всегда найдет. Правильно. Так вот и найдите. Слушаюсь. Дождь прошел. Опята пойдут. Господа, господа, попрошу вас соблюдать полную тишину. Вы мешаете маэстро работать. И прошу всех вновь прибывших сообщать мне свое имя, фамилию и цель визита. Я веду список. Итак. Штольман Яков Платоныч. Что? Приходите завтра, господин Штольман. Сегодня ничего не могу для вас сделать. Я из полиции. Судебный следователь. Передайте господину Доницетти, что мне срочно нужно с ним переговорить. Одну минуту. Почему вне очереди? Он разве есть список? Вопиющее безобразие, между прочим. Служба, господа. Анна Викторовна, как я рад, что вы согласились мне помочь. Я ни капельки не сомневаюсь, что дух сказал правду. Я так сожалею, что меня вчера не было на этом представлении. Материализация духа, боже, это подвластно только Доницетти. Да, это незабываемое было зрелище, Анна Викторовна. В этой части дома теперь никто не бывает, Анна Викторовна. Вы попытаетесь? Антон Андреевич, оставьте меня, пожалуйста, здесь. Разумеется. И если я вдруг понадоблюсь, я буду внизу. Дух. Ольги Захарова явись. Дух. Ольги Захарова явись мне. О, сеньор Джудичи инструкторе.
Мне сказали, вы хотите меня видеть, я к вашим услугам. Я вижу, что всего за пару дней вы стали весьма популярны в этом городе, господин Доницетти. Помогать людям – это мое призвание. Или мое доверие. Наслышан, что недешево берете за эту помощь. Но меня интересует другое. Скажите, как вы провернули этот цирковой номер с зеркалом? Призрак изображала ваша ассистентка? Где она? Сеньор инструкторе. Я не есть иллюзионист. У меня нет ассистентки. Только mia povera madre. Вы хотите ее увидеть? Она очень больна. И тем не менее. Мама, я posso entrare? Buongiorno. Вы довольны? Более чем. Ну что? Ничего не получилось. Так бывает, иногда они не приходят. Ну да. А я пока вас ждал, еще раз поговорил со сторожем. И он сказал, что с тех пор, как супруги вернулись из путешествия, к ним несколько раз в дом заходила модистка Алферова. Может быть, мы заглянем к ней вместе? Да, заглянем. Вместе. Значит, вы хотите уверить меня, что вчера вечером на публике вы действительно вызвали дух Ольги Захаровой? Черту, сеньора мио. Все вас удивляет. Ведь женщина, в которую вы влюблены, тоже обладает этим даром. Кто вам сказал? Я вижу ваши мысли. Тогда вы должны видеть мой следующий вопрос. Вы владеете гипнозом? Да, конечно. Но вчера вечером это был не гипноз. Так жаль Ольгу Александровну. Такая красивая молодая дама. Вы знаете, у нас с ней были большие планы. Она заказала мне целый гардероб, и муж не скупился на деньги. Но шить я успела только пеньюар. А у вас случайно не сохранился эскиз? Мне сказали, что вы подружились с Ольгой Александровной, бывали в доме. Не заметили ничего странного? Ну, ой, вот. Это тот самый, в котором она была вчера. Скажите, а какие у нее были отношения с мужем? Ну, пожалуйста. Сначала мне казалось, что в самых нежных. Извините. Но однажды я застала такую сцену. Ольга Александровна плакала, а муж ее кричал и чуть не ударил. А когда это было? Это было за неделю до ее гибели. А на следующий день он как раз уехал на ярмарку в Нижний Новгород. Да. А если бы мы могли отыскать их горничную, Екатерину Лупыреву, она пролила бы свет на это дело. А у вас есть ее фотографии? Есть. Господин Доницетти, прошу прощения. Извините, пожалуйста. Потом, потом, потом. Простите, простите. Извините, пожалуйста. Мама? Мама, ты что здесь делаешь? Аня? Что за странный вопрос? Мам, ты что, пришла к господину Доницетти? Мама, зачем? Я слышала, что у него дар ясновидения. Здесь ли госпожа Миронова? Да. Миронова Анна Викторовна? Да. Маэстро примет вас вне очереди. Прошу вас следовать за мной. Я отправил городового на постоялый двор. И никто там не видел купца Захарова в течение всей ночи. Ну а кто мог его видеть, если он спал в своей комнате? А если он улизнул потихоньку? И показания модистки тоже необходимо приобщить к делу. Супруги Захаровы ссорились. Войдите.
Ваше высокоблагородие, к вам посетитель. Желает дать показания по убийству госпожи Захаровой. Уже убийство? Вот как, ну, что ж, проси. Ваше благородие, дозвольте? Проходите, присаживайтесь. Я Палочкин Прохор Иванович. Угу. И что вы хотели нам сообщить? Я видел, как где-то в полночь в их дом через черный ход вошел какой-то мужчина. Захаров Федор Никитич? Не поручусь, но похож. А что вы делали ночью у дома Захарова? Так ведь я живу рядом. А почему раньше об этом не рассказали? Я не посчитал это важным. Раньше говорили «несчастный случай», а потом все стали шептать, что это Захаров убил свою жену. Стало быть, надо рассказать? Вы правильно поступили, что пришли к нам. А вознаграждение будет? Отечество вас не забудет. Дежурный! Сеньор, ми скузи, ста дормендо? Я не спал. Я ждал вас, мадемуазель Миронова. О, Боже, я не знала, что вы так говорите по-русски. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы медиум? Да. Да, но мои способности гораздо скромнее ваших. То, что вы делаете, просто потрясает воображение. Воображение здесь ни при чем. Я уверен, скоро наука сможет объяснить все наши способности, и люди перестанут бояться смерти. Сеньор Доницетти, я пришла к вам за помощью. Полиция расследует это... Полиция. Ко мне уже приходил один человек из полиции. Тот, о котором вы думаете и днем, и ночью. Штольман. Вы ошиблись. Я о нем не думаю. Маэстро Доницетти никогда не ошибается. Тогда скажите. Я вас слушаю. Вы знаете, где эта девушка? И жива ли она? Жива. Она здесь, в городе. Грация, сеньор. Я ждал вас, господа. Вы явились арестовать меня. Есть за что? У нас к вам несколько вопросов. Извольте, прошу вас. Я предложил присесть, но... Отец вашей горничной, Екатерины Лопыревой, заявил о ее пропаже. Не знаете, куда она могла подеваться? Ваша жена мертва, и, возможно, это убийство. Ведется следствие, так что извольте отвечать на вопрос. Хорошо. Я вам все расскажу, только прошу вас, господа. Больше никто не должен об этом знать. Я не хочу, чтобы Оленькино имя трепали. Это я вам обещаю. Я встретил ее полгода назад в Москве, в Доме терпимости. И влюбился, как мальчишка. Скажи, Маша, замуж за меня пойдешь? Маша? Ее звали Мария Понурова.
признаюсь, дал взятку, выправил ей другие документы. И она охотно согласилась на ваше предложение. Плакала, ноги мне целовала. Она ведь не по своей воле на панель пошла. Французик какой-то соблазнил ее, увез из родного дома, да и бросил в Москве. Там мы и повенчались, а потом... Понял я, что либо уж сошлась она снова с полюбовником, либо вот-вот сойдется. В Нижний с тяжелым сердцем уехал, все время думал, как мне поступить. Поэтому по возвращению вы не поехали домой, а остались ночевать на постоялом дворе? Так ничего и не решил. А у меня иная гипотеза, Федор Никитич. Решение наказать жену за предательство вы приняли еще до возвращения. На обратном пути вы остановились на постоялом дворе, заняли комнату, тайно вернулись в свой дом и через черный ход проникли в него. И опрокинули лампу на спящую Ольгу Александровну. Вы с ума сошли, Антон Андреевич, я не убийца. Есть свидетель, который заявил, что человек, похожий на вас в ночь убийства, входил в этот дом. Собирайте вещи. Вы задержаны до выяснения всех обстоятельств. Нет никакой любовницы, мадам. Спасибо вам. Спасибо. Ваш муж любит только вас. Благодарю вас. Благодарю. Благодарю. Антон Андреевич, хорошо, что вы пришли. Я была у господина Доницетти. Он сказал, что Катя Лопырева жива. Благодарю вас, Анна Викторовна. Это очень полезные сведения. А мы тем временем арестовали Захарова. Он что, сознался? Пока нет. Однако он нам поведал прелюбопытную историю. Оказывается, Ольга Александровна вовсе не Ольга Александровна. Жена Захарова? Угу. Она все это время жила мутату номине. Под чужим именем. Я тоже знаю латынь. Вот почему ее дух не хотел ко мне приходить. А как было ее настоящее имя? Мария. Мария Понурова. Понурова. Да. Анна Викторовна, я вас умоляю, ради бога, если вдруг она к вам явится, пожалуйста, сообщите мне об этом. У нас совсем никаких улик. Есть показания свидетеля, но этот тип, он, мягко говоря, не внушает доверия. Суэ темпоре. Как? В свое время, Антон Андреевич. В свое время. Благодарю вас, Анна Викторовна. Дух Марии Понуровой, явись мне. Дух Марии Понуровой, явись мне. Кто тебя убил? Муж? Что ты наделала? Что ты наделала?